То, что у нас у всех есть внутри, и что нехорошо бы и вообще не нужно никому давать обижать, оскорблять и всячески задевать. Нужно беречь свою внутреннюю прелесть. Даже тех, кого мы считаем близкими людьми порой, они тоже могут как-то нам иногда делать не очень приятно. Нужно беречь ее. В общем, там будет песня. Thank you.
Me.